29 октября состоялась ежегодная всероссийская акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Мероприятие прошло в городском парке на территории молодежно-досугового центра «Точка притяжения». Это мероприятие оно проводится еще в рамках соревнований между городскими кругами. Кто больше сдаст, и, соответственно, победитель будет награжден. И, помимо всего прочего, за то, что мы участвуем в этих акциях, в зависимости от количества сданных макулатуры, нам будет выделено какое-то количество саженцев, которые мы посадим с вами по весне на нашей территории. Участниками могли стать как жители округа, так и муниципальные учреждения. Например, от Пушкинского лесотехнического техникума привезли целую машину макулатуры. Сегодня мы привезли очень много макулатуры, тут порядка 5 тонн. Собирали в течение недели, старались все, и преподаватели, и дети. Старые тетради, журналы, ненужные папки. Связывали. И вот то, что ребята, которые сейчас разгружают, никого не заставляли, они сами вызвались, потому что участие вот в такой нужной акции, нужной для всех, и для нас, и для наших детей, и для природы, мы считаем, что это доброе дело, и надо принимать участие. Даже ребята из подготовительной к школе группы пришли поучаствовать в акции и принесли макулатуру. Мы их принесли, чтобы спасти дерево. Понесли, принесли бумагу. Бумагу, а почему вы ее принесли? Чтобы выкинуть. Так вы что-то не выбрасываете? Чтобы переработать. Мы ежегодно принимаем участие в этой акции. У нас даже есть грамота главы. Так как мы постоянно принимаем участие, ну вот решили уже с детками более старшего возраста опять прийти и поддержать нашу природу. Это сейчас очень важно. К сожалению, в макулатуру сдают обычные книги, поэтому организаторам приходится делать отбор. Предложение организовать специальные полочки по обмену этими книгами, расставить на территории Пушкинского городского округа, и чтобы люди ходили, вышли гулять, увидели книжку, взяли домой, почитали ее, вернули назад, принесли свои книжки. Те, которые дома, они им не нужны, они их прочитали или хотят поделиться этим. И будет очень интересное мероприятие. С каждым годом количество как участников, так и переданной макулатуры растет. А это значит, что все больше людей заботятся об экологии нашего округа. Мария Лихобабенко, Александр Девкин, Владимир Парфенов. Пушкинское телевидение.